Музыка и вера объединили людей в этот день. В зале филармонии ни одного свободного кресла. Более того, публика расположилась в проходах и на ступенях. В Самаре торжественно открывают год 500-летия реформации. Можно задаться вопросом, какое имеет отношение 500-летие реформации, которое произошло где-то далеко в Европе. Тесно с нами связано, потому что изменяется мышление людей. И, соответственно, меняется и сам мир. И появляется новая этика, которую называют протестантской этикой. И основа ее, которая, в общем-то, взята из библейских текстов, основы ее, они нашли свое отражение в законодательстве, в первую очередь, в трудовых законодательствах практически всех стран мира. Реформация началась с момента, когда монах Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов. В них он осуждал церковь за продажу индульгенций. Тогда возникает новое направление в христианстве – протестантизм. Для меня чрезвычайно важно, что христиане из Германии и из России вновь и вновь встречаются вместе. Да, между людьми есть различия, но гораздо важнее не то, что говорит Библия о нас. Другой человек всегда, всегда является братом моим или сестрой моей. Когда в основе любого слова, действия и дела лежит уважение и любовь к ближнему, каждый может сказать знаменитые слова: «На том стою и не могу иначе, и да поможет нам Бог». В Россию идеи реформации проникли очень рано, в том числе и в Самару. В 50-х годах 19 века в Самару прибывало много торговых людей немецкой национальности. С прежней родины они привезли сюда свою веру, и большинство из них были лютеране. Один из первых самарских губернаторов, Константин Грот, был немец и лютеранин. Он основал в Самаре в 1854 году общину и сам же ее и возглавил. А через 11 лет община обрела в Самаре свою церковь. Самарская лютеранская кирха Святого Георга находится на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Наряду с воскресными богослужениями здесь работают детский, молодежный и женский кружки. Детский и церковный хор, проводятся библейские семинары. А в год 500-летия реформации в России в кирхе будут проводиться бесплатные музыкально-просветительские вечера. Марина Матвеевна, Василий Колдашов. События.